Всем привет, вы снова на канале «Правильный выбор». Этот обзор посвящен мужскому девайсу электробритве Philips S5420. Далее рассмотрим особенности этой модели. Чтобы получать уведомления о выходе новых роликов, предлагаю подписаться на канал и нажать колокольчик. О лучших ценах и актуальном наличии вы сможете узнать из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рад вашим комментариям и лайкам, а теперь приступим. Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортные способы бритья – быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе. Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий в несколько движений приподнимает и срезает волоски и щетину. Один цикл зарядки обеспечивает от 45 минут автономной работы или примерно 15 сеансов бритья. Бритва работает только в беспроводном режиме. Мощный энергоэффективный и долговечный лизионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья. На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы. Одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки комплектации, индикатор дорожной блокировки. Бритва обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий Multi Precision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и гладкого бритья даже на шее и подбородке. Система двойных лезвий Super Lift and Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе аккуратно срезает их у самого основания. Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков. Из отзывов я постараюсь выделить основные особенности этой модели. Далее расскажу о них. Сначала отрицательные. Своего чехла у бритвы нет. Не бреет грубую щетину. Шею не выбривает полностью. Крепления режущего блока легко слетают при бритье. Неудобный триммер. Нужно подбирать подходящий угол. Не очень качественный зарядный шнур. Раздражает нежные участки кожи. Дерет щетину. Теперь перейдем к положительным. Бреет шею лучше, чем станок. Бритва супер. Очень удобная бритва. Современного дизайна. Качество. Внешний вид. Бреет хорошо. Без щипков. И более-менее тихая. Есть две насадки. Можно ее мыть под водой. Идеально лежит в руке. Быстро заряжается. Бритву можно и с пеной, и без. На сегодня это все. Новый обзор уже скоро. Чтобы не пропустить его, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Я всегда рад вашей обратной связи. Поддержите меня лайками и комментариями. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале «Правильный выбор».